сниженная гравитация. Алекс, я все понял, но поздно. Грейвс, вы еще в производственном отделе? Молекулы медиаторов, странные нейротрансмиттеры. Мы их не синтезировали. И они не с Земли. Грейвс, только не рубите с плеча. Вы меня знаете. У меня всегда есть запасной план. Мы запихивали это себе в голову. Это все от них. Но вы... Вы никогда... Я пришлю вам того, кто вам поможет. Нужно это вытащить. О боже, но нейромоды. Их все еще можно производить. Грейвс, не трогайте лицензии на нейромоды. Слышите меня? Системное оповещение. Внимание! Необходим обнаружена ремонт. Опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасное... Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до... Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Здравствуйте. Рад снова видеть вас, доктор Ю. Я вас не заметил. Диагностирую легкие ранения. С этим справитесь портативно. Готово. Пожалуйста, заполните анкету для пациентов, чтобы я мог лучше помочь вам в будущем.
оповещение. Внимание! Необходимо обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте аппарат-8. Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Системное оповещение. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов.
Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь. Внимание! Обнаружена опасная концентрация. Рычаг газа. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Горючих газов. Теперь порядок. Пожалуйста, заполните анкету для пациентов, чтобы я мог лучше помочь вам в будущем. Я нашел вас. Провожу самодиагностику. Список нет. Thank you.
Здравствуйте. Рад вас видеть. Системное оповещение. Диагностируем легкие ранения. С этим справедливым нашим долго. Вот. Теперь порядок. Пожалуйста, заполните анкету для пациентов, чтобы я... Лучше помочь вам в будущем. Ah!
Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Диагностируем легкие ранения. С этим справитесь портативно. Я скоро поставлю вас на ноги. Вот. Теперь порядок. Не забудьте заполнить анкету для пациентов. Ваше мнение очень важно для нас. Я вас не заметил. Добро пожаловать. Чем я могу помочь?
проблем. Мои сенсоры выйдут.
Не